Всем привет из Франции и добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я буду готовить тефтели, которые я называю летним вариантом. А то есть я готовлю их из маложирных сортов мяса. Сегодня это будет говядина 10% жирности. Затем в соус я буду добавлять кабачок, цукини, морковь, лук и вот такие вот томаты без кожицы. Можно взять, конечно, свежие томаты, но с ними немножко будет больше мороки, потому что нужно будет удалять кожицу с них. Итак, какие пропорции продуктов нам понадобится на 400 грамм мяса? Я беру вот такой вот средней величины кабачок, 2 средних моркови, 1 средняя луковица, 100 грамм риса, его я буду предварительно отваривать, потому что рис, который я покупаю, он очень хорошо подходит для плова или для паэльи, но если добавлять в мясо, то он долго разваривается и получается, что мясо уже протушилось, а рис до сих пор не готов. Если у вас рис, который варится быстро, то отваривать его предварительно не нужно. Затем соль по вкусу, 1-2 лавровых листика, черный перец черный перец горошком горький и черный перец душистый. Естественно, буду использовать зелень. У меня сегодня будет зелень укропа и петрушки и немного растительного масла для обжарки тефтелей. Ну и приступаем к приготовлению. Итак, отвариваем рис до полуготовности. Затем я открыла помидоры, вот такие вот я показываю, какие они должны быть. Это помидоры без кожицы в томатном соке. Затем режем луковицу напополам и половинку мы будем использовать для соуса и вторую половинку мы положим в фарш. Кабачок я порезала на вот такие вот небольшие кубики. Морковь натерла на крупной терке и петрушку порезала. Когда рис у меня дойдет до готовности, я его смешаю с фаршем и одновременно будем готовить соус. Рис я сварила до полуготовности, он у меня остыл. И сейчас я буду готовить фарш для тефтелей. Для этого в миску я выложила само мясо, затем добавила туда рис и лук. Немного присолила, поперчила и сейчас я все это тщательно перемешаю. Фарш готов и сейчас мы будем формировать из него тефтели и затем я немножечко их обжарю. И параллельно с приготовлением тефтелей я буду готовить соус. Соус сегодня у меня будет в мультиварке. Я по ходу приготовления обнаружила, что забыла добавить сладкий перец в мой микс для овощей, из которых я буду готовить соус. Итак, на это количество продуктов еще вам понадобится, по желанию, конечно, можете добавлять, можете нет, но с ним намного вкуснее. Нужен будет один вот такой вот сочный сладкий перец. Итак, готовим соус. В чашу мультиварки я добавляю немножечко оливкового масла. Выставляю функцию жарко на 15 минут. И сейчас опущу в чашу мультиварки полностью все овощи вместе, кроме томата. Итак, овощи у меня в мультиварке. Я их немножко присолила. Сейчас перемешаю и закрою крышкой. Они будут не жариться, а как бы протушиваться в собственном соку. Соль нужно добавить для того, чтобы овощи пустили сок. И посмотрим. Ну, где-то примерно минут 5 нам нужно будет их, чтобы они спассеровались. Из 400 грамм мяса у меня вышло 12 вот таких вот достаточно, как вы видите, больших тефтелей. Можно сделать поменьше, их будет больше. И сейчас я их слегка обжарю с двух сторон. Вот овощи стали мягкими. Прошло у меня вот 9 минут осталось. Это 6 минут они у меня так обжарились. И сейчас я добавлю томат, немного воды и оставлю соус дотушиваться. В соус я добавила всю банку помидор, там 400 грамм вместе с соком, затем, он, видите, перчик, душистый перчик горошком и лавровый лист. Также добавила 2 стакана воды, это где-то примерно 400 миллилитров. У меня вот такой вот мерный стаканчик.
и по 200 миллилитров. И сейчас вот немножко присаливаем соус по вкусу и оставляем томиться ровно столько времени, сколько будем обжаривать тефтель. Тефтель я обжарила, смотрите, чуть-чуть, чтобы они подзолотились, и сейчас отправляем соус. Вообще на все приготовление уходит примерно 10-15 минут. Рецепт очень быстрый и очень простой. Отправляем тефтели в мультиварку, в соус, выставляем программу тушения на 30 минут, закрываем крышкой и ждем, когда все будет готово. Через полчаса тушения в мультиварке у вас получаются вот такие вот замечательные, аппетитные и ароматные тефтели, летний вариант. Если вы на диете, то можете подавать их вот таким образом, как я. Это моя порция. 3 тефтельки плюс овощи и листья зеленого салата. Ну а если вы не на диете, то можно сделать картофельное пюре, полить его подливкой, соусом из тефтелей и наслаждаться вкусным ужином. Всем желаю приятного аппетита. Надеюсь, рецепт вам понравился и готовить вы его будете с удовольствием. До новых встреч на моей кухне. Пока-пока.